Салют всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Итак, у нас вышли несколько синглов, которые я еще не слушал, по-моему. Ну, давайте заценим что-нибудь интересненькое. 25 масс, по-моему, я слушал. Эй, стоп, не слушал. Сторителлинг типа Кровостока. Ну, бит прикольный, и этот звучок типа бас. По тексту надо будет, конечно, шарить еще, смотреть, что там. 25, я так понял, это 25 лет ему. Так, Noize MC и Линда Катацумури. Что-то интересное. Кочевое музло, но и в своем репертуаре. Хочется отдельно Линду послушать. Мне кажется, вот прям музыка как раз для нее. Давно не было слышно Линду. И это вообще для Noize, мне кажется, круто, да. Записать фит с Линдой. Ну, она же одно время прям была очень популярна в 90-е. С песней «Ворона». Потом «Цепи и кольца» была. Ну, короче, полно всего. Ну, блин, почему она вот только на припеве? Во. На непонятном языке. Японский ма, китайский ма. Музло, как всегда, крутое. Noize, как всегда, хорош. Ничего другого и не скажешь. Так, Лука Верес и Смоки Мо Сантана. Очень интересно было заценить, послушать. Что-то очень крутое, походу. Будто лимба. Мне очень нравится музыка. Музыкальная составляющая прям, ну вот моё. Это гитарка, этот бит по исполнению, ну, напоминает лимба, МД, вот и подобных. Короче, я добавлю себе этот рычаг, буду гонять по-любому. Вот просто из-за Смоки Мо, наверное, больше, и из-за музыки. Если бы тут не было Смоки, я бы прошел мимо. А так прикольно послушать. Ну, какое-то время погонять. Ну и чисто музло в конце. Неплохой трек, неплохой. Так, я хочу сказать кое-что. В 2020 году в одном из видосов Данилы Поперечного в конце выпуска я услышал самую шикарную песню этого года. Текст просто разрывает, проникает в душу.
И прям хочется страдать, капец как, я не знаю, я думаю, некоторые уже поняли и слышали. Короче, очень крутая, на репите у меня был этот отрывок, несколько раз я смотрел. Я так понял, это вот она. Я ничего лучше не слышал в этом году. Вот реально, это просто топ. Если не слушали, зацените. Недавно вот вышла совместка Розали и Джарахов. Собака писала. Просто вообще капец. Хочется реветь. Так, Кристина Си. Крис Кроссы. Давненько не было той самой Кристины Си. Сейчас будет по ходу раздачи стиля. Ухо-хо-хо-хо, это заявочка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Повсюду самки пилят сторис, видосы. Боссы считают, бабосы решают вопросы. Я заплетаю косы, распускаю косы, но... Какая дерзкая, плохая девчонка. Как бы напоминает, что еще могёт. Это, короче, как ну-ну да, но только для нашего времени. Как в клубе темно, как там песня называлась-то. Но на то время она была крутая. И вот сейчас такое качает. Короче, Кристина на волне. И я очень рад за нее. Рад то, что она представляет до сих пор какие-то треки, пишет. Не бросила всю эту тему. Рад, что ей вернули имя. Ну, а трек я, пожалуй, добавлю себе. Не знаю, просто мне нравится ее голос. Я был как-то на концерте ее и сидел возле бара, слушал. И она как-то посмотрела на меня. Да, и пела мне песню. Вообще, не шучу. Да нет, ладно. Так, крем-сода, чего у нас тут? Что-то танцевальное? Ладно, понятно. Так, Кизару и все. А, ну по сути все, мы все прослушали. Все, что мне было интересно. На этом все. Пишите в комментариях, какой сингл вам зашел больше всего. Может, я что-то пропустил, конечно, но вроде нет. Увидимся в комментариях. Ставьте лайк этому видосу. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.